На базе Центра социального обслуживания населения Ленинского района Чебоксар стартовал проект «Социальная реабилитация детей-инвалидов и их родителей». В рамках проекта планируется провести много мероприятий. К примеру, уже сегодня в детском саду номер 144 юные воспитанники показали спектакль для своих сверстников. Детсадовцы показали спектакль-сказку «Гуси-лебеди». Дети с ограниченными возможностями не могут посещать дошкольные учреждения. Поэтому родители и дети с удовольствием приехали в детсад. Цель проекта – реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Делают это организаторы, проводя такие мероприятия, когда все дети могут участвовать в действии, сопереживать героям и испытывать различные эмоции. Первое мероприятие организаторы считают успешным. Этот проект планируют проводить весь год, а потом рекомендовать всем, кто работает с детьми с ограниченными возможностями.